это отель Club Mega Sarai, находится он в Белеке. И сейчас я вам покажу территорию и номер, в который мы заселились. В целом территория большая, есть аквапарк, если сразу скажу, и спа, и даже на сегодняшний момент в апреле достаточно хорошо заполнен отель. Основное такое преимущество или отличительная особенность — это теннисные корты, и очень много сейчас гостей живут, видно, они ходят с ракетками, играют, и везде звуки теннисных ударов по мячам. Так что вот такой отельчик, отель Mega Sarai, который находится в Белеке. Заходим. Вот так он встречает свое лобби в таком кирпичном красном цвете. Дальше мы с вами выходим на территорию сквозь лобби. Как и говорил, про теннис здесь и турниры проводят тоже. Мы находимся вот здесь, в главном здании. Здесь находится комната категории Main Building. Стандартный, либо Main Building семейный. Сзади у нас находится блок Deluxe. Deluxe блоки прямо вот сзади находится. Здесь категория Deluxe семейный, либо Deluxe стандарт. Также отдельная категория на первом этаже, на нулевом получается, с выходом в бассейн, Deluxe Swim Up. Только гости первого этажа могут использовать этот бассейн с одной и с другой стороны. Комната одинаковая, единственное различие на первом, что терраса и свой выход в бассейн. Вода в этих бассейнах не подогревается. Также Deluxe стандарт и Deluxe семейные номера находятся также в этом здании. Оно вот за амфитеатром сзади. В этом здании находится, это наш Deluxe Swim Up. Это новое здание было построено в 2019-2020 зимой, получается, вот этот период построено. Это категория Deluxe Swim Up Suite. Здесь только семейные номера, либо они дюплексом расположены, либо они соединяются дверью. И также есть выход со второго этажа лестницы к своим шезлонгам, и с первого этажа также может. То есть первый и второй этаж могут использовать этот бассейн с другой стороны. Вода тоже не подогревается. Подогреваемые бассейны у нас есть, вот этот бассейн, он подогревается, и детские два бассейна вот в мини-клубе, они тоже подогреваются. Другие бассейны не подогреваются, и подогрев у нас начинается с марта и заканчивается в ноябре. То есть вот весной, осенью подогревается, зимой нет. Вот этот бассейн на релакс, запрет входа с детьми. Также вот эти все комнаты, это самая старая комната нашего отеля, в 92-м году построенные, клубные номера. Там есть клубные стандартные, клубные семейные номера, мы все номера посмотрим. Здесь находится диско, сейчас диско запрещено, не работает, как открытое, так и открытое. Детский клуб открыт и работает. Так, главный ресторан у нас есть здесь, завтрак, обед и ужин. Также есть а-ля-карт рестораны, сейчас только итальянский, мексиканский бесплатно. Теннисные корты. Теннисные корты у нас есть как в отеле, травяные и грунтовые. Грунтовые вот эти вот красные, а травяные вот зеленые с красным. Травяные бесплатно для использования, также можно взять бесплатно на ресепшене ракетки и мячик. Также у нас есть теннисная академия 2 километра от нас, там еще 20 кортов, все они там грунтовые. Грунтовые корты все платные, в академии 12 евро, внутри 15 евро. Также у нас есть своя теннисная академия, свои преподаватели, можно прям покупать пакеты, приезжать там на месяц именно специально для теннисного лагеря, играть по целый день, и там цены получаются дешевле, потому что там специальные пакеты составляются для именно теннисных игроков. Так, это у нас номер, который нам дали. Вот такой номер. Смотрите, большая кровать, диван. Здесь, смотрите, сразу уже подарки от отеля стоят. Телевизор большой, ну понятно, все, что нужно. Вода, чай, кофе, диванчик, рабочее место. И вот, кстати, фишка
очень хорошее, что смотрите. На первом этаже как раз номера у всех, имеется свой бассейн именно для первого этажа. Здравствуйте. Здравствуйте. Свой бассейн, но бассейн здесь не подогреваемый, но летом спокойно можно купаться. Вот такие номера, у каждого есть выход свой, но именно у первого, да, то есть на втором и так далее, они сюда никак не подойдут, только те, кто проживает в данном номере. Так, еще один номер, категория уже без бассейна и с двумя раздельными кроватями. Он, как вы видите, гораздо больше, ну, по крайней мере, визуально кажется. Две большие полутора спальные кровати, здесь все то же самое, телевизор, диванчик. Столик для работы, столик для отдыха, ну, естественно, балкончик, здесь стульчики и вид уже на бассейн, но без прямого выхода. И можно наблюдать, как играют в теннис другие люди. Кстати, теннис бесплатный, вот с такими полями зелеными бесплатно, с грунтовыми, как видите, дальше это уже платно, можно заплатить и играть. В общем, друзья, я тут набегался так с этой ракеткой, пока просто не ошалел, мне казалось, это вообще какая-то бессмыслица. В общем, здесь были японцы, они играли вместе, я смотрю, он учит одного из ученика, но они вместе приехали, может быть, отец с сыном, или, ну, не суть важно, или с дочерью, это не очень понятно по прическе и во всему. Короче, они закончили, я говорю, покажите, как играть. И я понял одну штуку. В общем, как ракетку, я вот так вцепился в нее, да, а нужно ее легче взять и вот так, чтобы руки были. И вот так вот бить, короче, он мне показал, и я понял. И смысл, знаете, в чем? Что когда ты не умеешь играть, у тебя какие-то удары все жесткие, рука отваливается, а когда у тебя удар правильный, мячик просто сам отлетает, просто налегке. Короче, я очень сильно поймал кайф, хотя первый раз играю. Вот такое размещение. В этом корпусе. Сейчас отправляемся на территорию, кратко пробежимся, выйдем до моря, до пляжа, посмотрим, какой пляж. Пляж здесь везде великий, песчаный. Вот сейчас я проживаю в этом корпусе, как видите, да, вот это как раз где был бассейн и делюкс. Вот это корпуса старой постройки, там номера, если не ошибаюсь, категории клуб. Ну, даже если присмотреться, видно, все старенькое, окошечки деревянненькие, вот. Но вот таких корпусов много, плюс на территории еще один корпус построен. А новый тоже с бассейнами на первых этажах, плюс там есть даже семейные номера даже в том новом здании, мы сейчас оттуда дойдем. И там либо есть номера двухкомнатные коннект, либо двухэтажные. Ну а сейчас мы с вами выходим на территорию, здесь я покажу кратко вам спа, детскую игровую площадку и, соответственно, аквапарк. Вот здесь сразу, мы когда только вышли из корпуса, оттуда, у центрального входа, вот эта вся большая зеленая территория, там, как видите, бассейны, и здесь сразу вот находится спа, и у них несколько входов. Вот здесь есть теплый бассейн, как вы видите, и дальше уже хамам, вот здесь под крышей есть тепленький бассейн. Ну и, собственно, дальше можно выйти, дальше пойти по территории, и мы сейчас придем с вами в детский клуб. Вместе с аквапарком. Вот здесь по дороге к детскому клубу мы встречаем большой бассейн. Он идет с подогревом, можно купаться в нем прямо сейчас. Подогрев бассейна работает здесь с марта по ноябрь и выключается в тот момент, когда мне нужно уже его подогревать, и солнечные лучи прогревают достаточно тепло бассейн. Ну вот, мы сразу с вами подошли в детскую зону, детский клуб. Здесь можно детям весело проводить время, можно их оставлять одних, но главное, чтобы они были старше 4 лет. Тогда их можно здесь под присмотром местных, скажем, воспитателей, аниматоров оставить. Ну или вместе с родителями, конечно, побыть, поиграть. Вот детская площадка, батут, там игровой центр, пока так смотрю, закрыт, и небольшая аквазона детская. И чтобы вам удобнее было показать, я сейчас тут поднимусь такую эстакаду, скажем. Вот это уже аквапарк для, ну, соответственно, тех, кто старше 10 лет, и для взрослых можно уже купаться в аквапарке. Сейчас ветрено, прохладно, поэтому он закрыт, но в целом все уже работает. Здесь вот наверху, кстати, можно тоже сидеть за столиками, пить коктейли, чай, наблюдать за территорией и просто отдыхать. Вот, вкратце вот еще раз покажу вам территорию. Вот это все от моря, это все территория отеля. Очень много корпусов. Там есть ресторан, музыка, как вы слышите, вовсю играет. Бассейны, здесь будут зонтики расположены. Когда сезон, конечно, больше все откроется, будет более красочный, да, сейчас на улице мало кто отдыхает. Ну и пойдемте, выйдем сразу к пляжу. Здесь помимо по дороге мы увидим бар, где можно взять напитки. Здесь уже тоже встречает релакс-зона, можно отдыхать на травке, а можно уже сразу выйти на территорию
ближе к воде и уже отдыхать там. Здесь сразу, как видите, раздают полотенца. Можно отдать карточку. Кстати, выдаются две карточки. Одна от номера, другая на выдачу полотенец. Выдаете карточку, взяли полотенце и потом обратно. Вот такая у нас зона пляжа. Видите, шезлонки, навесы. Везде песок, мелкий песок. Вход вообще песчаный, вы видите, здесь камней нет. Вот такая пристань есть. Вот это все у нас Белек, как вы видите. С той стороны, с этой Белек. Давайте я ближе к пляжу спущусь, покажу заход в море. Как вы видите, он очень пологий. Мелкая-мелкая такая камушки, но в целом, можно сказать, песчаный пляж. Вот так вот выглядит у нас территория отеля Мегасарай. И, соответственно, здесь в Белеке очень много других, конечно, отелей, которые также выходят на первую линию, также с выходом к морю, также есть песок и все остальное. Вот тут, смотрю, уже ребята некоторые купаются, но это уже, крыться на вкус и цвет. Конечно, вода прохладненькая. Но всегда найдутся люди, которые в такую погоду будут ходить не в куртке, а раздетые и будут купаться. Ну что, друзья, вот так вот наш вечер завершается. Не забывайте приходить под видео по ссылочке, смотреть цены на отели, покупать туры без комиссии туристического агентства официально с документами, договорами и чеками. Не переключайтесь.